Место знаковое. Здесь старая Москва встречается с новой, а Калужское шоссе – главная магистраль новых территорий, на которые у города большие планы. Сегодня уже идет активное транспортное строительство. Недавно мы сдали транспортную развязку на Киевском шоссе. Заработала первая станция метро в Румянцево. Но все это в направлении Киевского шоссе. А на Калужке сейчас активная стройка. Саму магистраль расширяют. Строят эстакады и тоннель, подземные пешеходные переходы. Развязка с МКАД не останется проблемной. Ее модернизируют в четырехуровневую с помощью тоннеля, двух мостов-дублеров, двух эстакад. Такие направленные съезды эффективнее справляются с потоком машин. Мы находимся на будущей двухполосной эстакаде, которая станет дублером МКАД. Она позволит отделить транзитный автомобильный поток от машин, съезжающих на Калужское шоссе в сторону центра города. Такой же дублер появится и с другой стороны МКАД для машин, съезжающих на Профсоюзную улицу в сторону области. Три из четырех клеверных съезда сохранят и расширят. Это даст дополнительный запас пропускной способности. А пока пробки остаются здесь делом привычным. Транспортная ситуация фактически не усложнилась, потому что мы ведем работы, не перекрывая движение, а устраивая временные дороги и объезды своих строительных площадок. Стройка закончится в 2017 году, но транспортные сооружения строители обещают запускать досрочно, по мере их готовности. Алена Терновая, Иван Коробков, «Строй Мосру».